Бывший министр обороны Анатолий Сердюков вызван на допрос по делу оборонсервиса. Об этом сегодня заявили в Следственном комитете. Как сообщается, Сердюкову вручена повестка на пятницу. Напомню, о крупных хищениях под контролем Минобороны акционерном обществе стало известно в октябре. Сейчас в уголовном деле несколько эпизодов, объединенных в одно производство. Речь идет о 14 объектах. Ущерб, нанесенный государству, превышает 6 миллиардов рублей. Ранее по делу оборонсервиса арестованы двое подозреваемых. Руководители Центра правовой поддержки эксперт Екатерина Сметанова и ее гражданский муж Максим Закутайло.